Все нормально. Они там как вообще на жизнь? Сейчас доллар подорожал, как им на жизнь хватает вообще? Слушай, я думаю про тебя, а не мы как-нибудь тут это самое, общими усилиями выживем. Потом это как-то. Пополните телефон, нашите телефон. Ладно, мам, короче, ты знаешь, какая тут хуйня творится, вообще, ты не представляешь. Расскажи ее, как у нас. Тут, короче, наша вот эта десантная 76-я дивизия, короче, ОМОН, хуён, артиллерия. Пацаны просто, короче, по гражданке, блядь, отстреливаются, нахуй, просто приехали, блядь, беспределят, короче, я ебу вообще. Я, наверное, посидею, когда приеду, если приеду. Тима, сынок. А я, короче, мам, на танке ехал, короче, и снайпер попал в тур, короче, все умерли, один я остался, короче, чудом вообще молился, и, наверное, из-за этого остался, чудом, просто скажи, чудом. Скажи, что вы тут там мирное население ебашите. Тут они мирных людей, здесь хуярят, просто пиздец. Вы убиваете детей, ваши убивают детей. Вы детей, женщин убиваете, реально, расстреливаете. Мам, я люблю тебя, мам.